Библейский портал экзегет.ру представляет. Псалом 81. Наша беседа проходит в актовом зале Сретенской семинарии, а ее запись вы сможете увидеть на портале экзегет.ру. Короткий 81-й псалом вызывает бесконечные дискуссии, в первую очередь вокруг первого стиха. Кто такие боги и о каком божественном совете идет речь? Из псалма не до конца ясно. Некие боги упоминаются в книге «Исход», где они являются ответственными за поддержание правопорядка в обществе, фактически являются судьями. Святитель Афанасий Великий, а вслед за ним блаженный Феодорит Кирский, считали, что богами в псалме названы князья иудейские, потому что им было верено право судить. Некоторые исследователи полагают, что боги – это правители чужих народов, например, египетские фараоны, восточные цари или при поздней датировке псалма даже какие-то эллинистические правители, которым приписываются какие-то божественные атрибуты. Так, например, согласно книге Иезекииля, царь Тирский, он не только обладал какой-то всесовершенной мудростью и красотой, но он также, цитирую, «находился в Эдеме в саду Божьем и, более того, был помазанным херувимом». В то же время стиль и композиция псалма указывает на то, что за богами могут также пониматься некие духовные силы, чьей задачей было совершать дело Божие среди людей. Из ханаанских источников известно, что в политеистическом мире, в котором жил Израиль, различные боги и богини время от времени встречались под председательством верховного бога Эля, чтобы обсудить какие-то общие земные вопросы. Кстати, Эль – это еще одна сокращенная древняя форма от Элохим, равно Бог в еврейской Библии. Несмотря на запрет Моисея поклоняться чужим богам, боги и богини других народов постоянно очаровывали израильский народ. Пророки Божии систематически обвиняли народ в поклонении языческим божествам. Когда пророк Иеремия после падения иудейского государства был вынужден мигрировать в Египет, он неожиданно столкнулся с невероятным упорством евреев в хождении другим богам. На предложение пророка отказаться все множество народа, собранного в Египте, и при этом мужья знали, что творят их жены, и поддерживали их. И диаспора, которая там жила, тоже поддерживала эту идею. Так вот, все множество народа заявило Иеремии: «Слово Господа, которое исходит от тебя, мы не слушаем, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали». Мы и отцы наши, цари наши, князья наши, в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели. В этих словах пророка подчеркивается не только широкая популярность некой богини неба, распространившаяся вплоть до улиц Иерусалима, но и древность ее культа, в котором участвовали отцы бежавших из Иудеи евреев. Богиня неба очаровывала тем, что давала сытость и избавляла от беды. Отсюда можно сделать вывод, что требование закона «да не будет у тебя других богов пред лицом моим» часто евреями игнорировалось. О том, каковы же были характеристики этих богов,
отчасти повествует 81-й псалом. В первом стихе псалма описан некий божественный совет. Пророк Михей видел похожую сцену, когда сидящего на престоле Господа славы окружало воинство небесное, и какие-то духи спорили перед ним друг с другом. По книге Иова, когда сыны Божии предстояли пред Господом, пришел между ними и сатана. На всех этих божественных советах Господь или Бог председательствует как верховный судья, чтобы выдвинуть обвинение и вынести приговор другим богам. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истин, говорит Второзаконие. В отличие от него иные боги по псалму судят неправедно. В обеих цитатах речь идет о неправедности, и там стоит одно и то же слово. У Господа нет неправедности, а у богов неправды, хоть отбавляй. Причина несправедливого суда богов в их лицеприятии к нечестивым. А это постоянно осуждается в Пятикнижии. Идеальное правосудие должно быть беспристрастным и неподкупным. В противоположность неправедному суду богов, 3-4 стихи, псалом показывает характеристики суда Божия. Настоящий суд не только предполагает справедливость в суждениях о бедных и сиротах, но и покровительство над бедными и нищими. Прямая речь Бога заканчивается на 4 стихе, а в 5 стоит комментарий рассказчика. «Господь принес в мир порядок, осмысленность и свет. Иные боги невежественны, среди них царит хаос, в них нет света. Они бесцельно бродят во тьме, под их ногами нет твердой опоры, земля под ними колеблется». Обвинение против других богов состоит не в том, что они не выполняют того, что о них ожидают почитатели. Обильный урожай и защита от врагов. Критика псалма идет гораздо дальше. Боги недостойны своего имени, если они не поддерживают справедливость в мире. Могущественная власть или божественное почитание сами по себе не имеют значения. Важно то, с какой целью они используются. Боги как бы должны нести ответственность за равноправие в отношении тех, кто к ним обращается. Если они потворствуют негодяям, значит, они виновны в распространении зла на земле. Проводя параллели с другими библейскими книгами, мы можем заметить, что в данном псалме даются предварительные шаги для развития в поздних библейских и постбиблейских текстах идеи сатаны и других демонических сил как главных виновников зла на земле. После обвинений в несправедливости и лицеприятии подводится итог. Эти боги лишаются своего божественного статуса и умирают, как смертные люди. Данная мысль противоречит мифологическому представлению древнего Ближнего Востока. Бессмертие богов – это принципиальное отличие от человеческой расы. Когда герой одного вавилонского мифа по имени Гильгамеш, обезумевший от смерти своего спутника Энкиду, отправился на поиски тайны вечной жизни, хозяйка гостиницы, где он останавливался, предупредила его, что такой поиск вечной жизни бесполезен. «Когда боги создали людей, — говорила она, — они разделили смерть на людей, сохранив жизнь в своих руках. Боги по определению не причастны к смертности, и поэтому их можно звать сыновьями Всевышнего. Однако по псалму
они должны умереть как человеки, как любой из князей упасть в Шеол, сойти в преисподнюю. Возможно, что слова «человек» и «князь» здесь использованы для обозначения всего человеческого рода, в то время как за понятием «человек» в 7 стихе, обращая ваше внимание на терминологию еврейской Библии, там угадывается образ Адама, там стоит слово «Адам». Итак, вы умираете как Адам. Адам стал смертным после того, как бросил вызов Богу, нарушив его заповедь. В результате он был изгнан из сада Эдемского и впоследствии умер. Если боги не заботятся о справедливости на земле, не возделывают как должно сад людской, они наследуют такую же участь, как Адам – изгнание и смертность. Итак, вы боги и сыны Всевышнего. Одно из возможных толкований, то есть ангельские силы. Ангельские силы, божественные силы. Они рождены, созданы Всевышним. Они возле Него, они ближе всего к Нему стоят. Они Его дети. Понятно, что и люди тоже дети Божии. Мы Его создание. Но есть еще некая особая духовная проекция на сыновство. Сыном Богом, Богом является тот, кто к Богу ближе. Уверовавший в Бога человек приближается к Богу, усыновляется Ему. И наоборот, врагом становится для Бога тот, кто от Него отдаляется, даже несмотря на то, что когда-то он был в числе ближайшего окружения. Денница, то есть десница, это ближайший, тот, кто стоит по правую руку. Но павший денница, дьявол, становится злейшим врагом Бога, клеветником, который клевещет на Бога, отсюда и имя его сатана. Данный псалом содержит в себе, конечно, очень много противоречий. Чтобы не входить в мистические толкования, святители Афанасий, блаженный Федорит, они придерживались исключительно такой исторической интерпретации. Мол, здесь речь идет не о богах, а о князьях. То есть просто судьи. Судьи, которые несправедливо судят, они отвергаются Богом и потом в конечном итоге отправляются в преисподнюю. Вот. Такое толкование, оно исходит из того, что в некоторых местах Пятикнижия весь народ израильский называется царственным священством. И, соответственно, и святые люди могут быть богами. Мы сейчас говорим о том, что можно стать Богом по благодати. Богом по благодати. Но так или иначе, подобное толкование остается в земной плоскости. То есть мы были и остаемся людьми. Если здесь мы прочитываем указания на князей израильских, тогда речь идет просто о степени святости, которая зависит от справедливости нашего суда. Но, как я уже сказал, некоторые толкователи видят здесь некую духовную проекцию. И тогда мы входим в очень сложный и очень загадочный мир небожителей, ангельских сил. И получается, что разделение на добрых и падших ангелов, то, о чем мы часто встречаем в святоотеческой письменности, происходит как бы не до творения человека, когда уже все решено, уже сформировавшиеся две группы за и против, белые и черные, которые настолько укоренились в добре и зле, что не могут менять свою участь. Но данный псалом, если просматривать в нем указания на небесных сил, он говорит о том, что эти ангельские силы и до сих пор они находятся в неком своем внутреннем испытании. И есть те, которые как бы входят в число советников Божии, появляются на Божьем совете, но в конечном итоге оказываются
ближайшим окружением сатаны. И в этом случае получается, что как бы внутри ангелов до конца вопрос еще не решен. И они еще колеблются, и они еще находятся в состоянии испытания. Есть такое представление о том, что существуют ангелы-покровители народов, как, например, Михаил, архистратиг, покровитель израильского народа. То есть мы верим о том, что есть у человека ангел-хранитель. Может быть, ангел-спутник, о котором мы просим, чтобы этот спутник спутешествовал, как Рафаил Тавии, так и спутешествовал с тем или иным путешествующим. Мы просим Бога, чтобы оградил наше жилище, представил какого-то ангела-хранителя там. И вообще в наших православных молитвах упоминаются разные типы ангелов. И те ангелы, которые должны бороться за людей, неких воинов, вот с горящим пламенным мечом обращающим. И в том числе речь идет об ангелах-покровителях народов. Если так мыслить, тогда, следуя, так сказать, в обратной траектории, мы приходим к той мысли, что у каждого народа был какой-то свой ангел-хранитель. Но некоторые ангелы, вместо того, чтобы служить источником справедливости для народа, стали лицеприятными, стали угождать тем, кто угождает им. И таким образом, собственно, языческие культы родились вследствие того, что соблазнились сами ангелы и соблазнили народ в идолопоклонство, заменяя поклонение Богу-Творцу на поклонение себе. Об этом мы многое встречаем в ветхозаветных апокрифах, таких как книга Еноха. Это вся енохическая письменность, которая стала рождаться во втором веке Дружества Христова. Что-то родилось и раньше, некоторые говорят, уже в V веке со времен Ездры появляются эти разные апокрифы. Конечно, буйным цветом процвела эта енохическая письменность уже после восстания Маккавеев, то есть после 167-5 года до Рождества Христова. Итак, это апокалиптическая письменность межзаветного периода, периода Второго храма. Она полна идей, что, собственно, в идолопоклонство разные народы земли ввели падшие ангелы, которые в том числе виновны в том, что создали косметику, создали науку и ремесла, и научили этому людей. И в этом случае Израиль, как самый отсталый народ, оказывается в самом благоприятном положении. Потому что более цивилизованные народы, у которых есть айфоны, андроиды, дроны там, и все остальное, он имеет больше соблазнов на атеизм, чем бедные люди, которые зависят от сил природы, от природных стихий. Итак, получается, что если следовать этой мысли, тут я уже свой какой-то телоогумен выскажу, что языческие культы изначально по Божию замыслу были культами, связанными с теми или иными ангелами-хранителями народов. И почитая этих ангелов как Божьих помощников, народ не должен был уходить в идолопоклонство. Но по факту, принимая подарки от людей и исполняя просьбы за эти подарки, эти небожители пали, и поэтому Бог совершает над ними суд. И вот самое поразительное, это действительно остается за скобками нашего разговора, то есть получается, что ангелы становятся смертными. Есть такой современный фильм, называется «Ной». Абсолютно еретический, построенный на разных апокрифах, но эти апокрифы имеют место быть. В этом фильме «Ной» показана какая идея, что якобы падшие ангелы принимают материю,
облекаются в плоть и становятся смертными людьми. Это чем-то нам напоминает античных греческих героев, мифов. Там Прометея, Геракла и так далее, которые, с одной стороны, рождены небесными богами, но потом приходят на землю, а некоторые из них даже становятся смертными, теряют свою бессмертность. Ну, в каких-то легендах они описываются как потерявшие бессмертие в силу великой любви, полюбил земную женщину, решил стать смертным, как она, чтобы умереть вместе с ней. А какие-то теряют бессмертие за грехи свои. Бог как бы теряет, лишает их бессмертности. Итак, вывод. Бессмертие – это признак Бога. То есть, собственно, сама по себе бессмертность – это главная характеристика божества. Бог тем принципиально отличается от человека, что его невозможно убить. И даже если где-то в Египте, в Вавилоне или в Древней Греции эти боги сражаются друг с другом и проливают кровь, но такое впечатление, что они все равно способны воскреснуть заново. Они как бы умирают, но не навсегда. В отличие от людей, которые с точки зрения Библии сходят в преисподнюю, и все, там тьма кромешная, там жизни нет. Итак, отсюда мы можем сделать вывод очень тонкий, но, может быть, многоговорящий, что в какой-то мере мировые религии и те мифологии, которые доносятся к нам с древности, это отблески, некие отражения того, что мы в целом могли бы назвать религией Бога. Но просто это отражение находит свою реализацию, материализацию в письменности в разных вариациях, которые смешаны уже с какой-то ненаучной фантастикой. Но идея того, что Аид прячет в себе души умерших, и оттуда человек не выходит, в этом случае смертность является не смертностью в ее онтологическом значении, как растворение души в земле, а смертность человека, как и этого падшего духа, это отсутствие возможности самореализации. Это некая стесненность, откуда никакие СМИ не вещают. Это забытие, это превращение в ничто не в силу того, что личность и душа исчезают вообще, становятся ничем, а в силу того, что само существование души человека или ангела становится ничем. И наоборот, получается, что мы способны на обожествление, когда мы становимся благами по благодати. И ключевым фактором является этика. Получается, что Бог, Господь, от тем выше других богов, что Он более этичный, что Его этика, этика справедливости, покровительства над бедными и несчастными, выше этики других народов, других языческих богов. И отсюда возникает тоже обратная такая перспектива. Получается, что та религия верна, в которой этика самая совершенная. И тот человек поистине религиозный или приближен к Богу, у которого его нравственность, она является божественной нравственностью. Ну вот такие идеи мы можем почерпнуть из этого псалма. Речь не идет о том, что люди зависимы от ангелов, и справедливость в мире только благодаря ангелам устанавливается. Но речь идет скорее о том, что ангелы посланы как помощники, в помощь, как те, которые навевают добрые помыслы и способствуют восстановлению в мире справедливости. Человек, оставленный ходить в путях своих, может не только заблудиться, но может и обрести Бога-творца. Вопрос в том, что без путеводителя ему это сделать сложнее. Но это не означает, что человек без ангела не может Бога приобрести. Просто повторюсь, с ангелом, хранителем, заступником, путеводителем, наставником и так далее, ему просто это сделать легче. В святоотеческом богословии был в какой-то мере достигнут консенсус патрум, что ангелы определились в своем волеизъявлении еще до творения человека. Но этот псалом,
который говорит о потенциальной возможности судей умирать, при этом здесь сказано «в будущем времени», равно как и откровение Иоанна Богослова, с которым они перекликаются, дают повод думать и предполагать. Но это не означает, что человек не ответственен за свое спасение. Человек полностью ответственен за свое спасение. А ангел может способствовать или не способствовать этому. Более того, в православной аскетической практике мы спасаемся вопреки ангелам, не благодаря, а вопреки падшим ангелам, которые, к сожалению, чаще с нами контактируют, чем ангелы света. И падшим духом мы обязаны сопротивляться тем помыслам или тем образом, которые перед нами являются. Отсюда и предупреждение святителя Игнатия Брянчанинова ни в коем случае не верить тем ангелам, которые нам пристают, потому что под ангелом света может явиться падший ангел. Но раз так, раз и падший ангел светится как светлый ангел, то это означает, что различие между ними в наших человеческих глазах земных не такое большое. Мы не всегда способны даже их распознать. И поэтому по факту получается, что не благодаря, а вопреки ангелам мы спасаемся, и мы им сопротивляемся. Псалом заканчивается молитвой единому истинному Богу. «Восстань, Боже! Господь должен совершить суд над всей землей и принять в свое наследие все народы». Не стоит искать в данном псалме ответы на сложные метафизические вопросы. Задача псалма – показать Бога Израиля как более справедливого и милосердного Господа по сравнению с другими богами. То, что происходит на земле, является отражением того, что решается где-то там, на Божественном Совете. Обвинение против богов – это обвинение против любого лица, обладающего властью или влиянием в обществе. Пророк Михей задается вопросом: «Что добро и чего требует от тебя Господь?» И тут же отвечает: «Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». При всех мифологических оттенках, которые можно усмотреть в повествовании данного псалма, здесь прослеживается этическое доказательство превосходства Бога Израилева. Господь – это Бог справедливости, который не дает в обиду сироту и убогого. В свете распятия и воскресения Иисуса Христа Новый Завет дает свое измерение тайны Божественного Совета. Как повествует Откровение Иоанна Богослова, вокруг сидящего на престоле собираются не боги, а старцы и мученики, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Они стали в один ряд с ангелами, в то время как сатана, обольщающий всю вселенную, вместе со своими ангелами был низвержен на землю. Смертные люди, в конце концов, стали небожителями, в то время как сатана был низвержен в бездну. Для сподобившихся предстать пред Богом на небесах смерти уже не будет. Как люди, так и ангелы делятся на две партии – на сторонников и на противников Бога. При этом они словно меняются ролями. Некоторые люди приобретают бессмертие богов, в то время как сатана заключается в Шеоле как узник смерти. В центре этого разделения на партии все тот же вопрос божественной нравственности. «Блажены те, которые соблюдают заповеди Его», сказано в Апокалипсисе.
чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город вратами. А вне псы и чародеи, любодеи и убийцы, идолослужители и всякий любящий и делающий неправду. И боги, которые потеряли бессмертие по 81-му псалму, и люди, которые оказались вне небесного града Иерусалим по апокалипсису. Это те, чьи поступки пред лицом справедливости были сплошной неправдой. Благодарю за внимание.